Всем здоровщанские, с вами Хася. Сегодня мы будем играть с вами в шпионов. Думаю, вам, как и мне, интересно, что вообще происходит в чужих кланах. А больше всего меня интересовало, что происходит внутри кланов не самых скилловых игроков, ну, скажем так. А если тебе интересно, что происходит в хороших, интересных кланах, хочу посоветовать тебе турнирный клан Unique Team. Приема 10 тысяч боев от 1300 среднего урона, 18+, дискорд, адекватность обязательно. Все ссылочки ты найдешь в описании. Итак, шпион в здании. Давайте пойдем посмотрим кланы. На самом деле я до этого искал. Было тяжело найти такие прям жесткие прожженные кланы. Ля, как быстро работает все. Бля, ты что, издеваешься надо мной? Итак, первый клан. Вин. Дикие енотики. Ух, опасно, блин. Описание, что у нас? Описание: пора служить Украине. Хорошее. У игрока должна быть техника от 6-го, бла-бла-бла. Игрок должен участвовать в турнирах со своим кланом. Игрок должен каждый день заходить в игру и проверять, что в клане ничего важного не написали. Клан иногда может проводить тренировочные бои, чтобы отточить свои навыки. В клане средняя статистика 43%, 43-63. Ну-ка давайте вступим, почитаем, что пишут в чате. Ну, если вы не знали, если вступаешь в клан, там появляется история переписки. 28 февраля будет чистка нашего клана, чтобы у каждого из вас был танк хотя бы 5 уровня, и у кого не будет танка 5 уровня, я вышвырну вас из клана. Сегодня 2 марта, то есть, я так понимаю, я подошел уже после чистки, то есть после чистки здесь осталось 43% среднее. Всем приветики, ну к турниру кто-нибудь готовится или я один готовлюсь? Пацаны, вы готовитесь к турниру или нет? Как дела, игроки? В общем, парень готовится к турику. А он катал в туриках уже, да? Катали, кстати. 9 ноября получается, да? Хорошая команда. Ну, турнирный клан, они катают турнирчики. В смысле, ни одного турнира не скатали. Ну, тренируются. Тренировки — это наше все. Тяжело в учении, легко в бою. Так, давайте пойдем дальше. Так, вот еще такой кланчик, кстати. В принципе, неплохой клан, ну, по сравнению с прошлым. В описании: от 47% все вопросы замом. Так, почему-то в средний процент в клане 46-70, а прием от 47. Что-то идет не по плану, давайте вступим. В описании больше ничего нету, в принципе, больше ничего не надо. Всем приветики, ну к турниру кто-нибудь готовится? Все хотят катать турниры? Нет, это неплохо, конечно, но я очень сомневаюсь в успехах. Хотя главное бороться. У меня хорошо, отлично, правда, два раза проиграл. Ну, бывает, два раза проиграть — это не самое страшное, что может быть. Так, что тут еще? Всем привет, я новенький. Блин, эти раки заколебали. Господи, я первый раз вижу такое сокращение. Всю стату слил на них. У меня сначала на CDC было 70% побед до 30 боев и 2000 среднего урона. Из-за этих даунов слил. Пацаны, у меня семерка, ура! Блин, он докачался до семерки. Давайте посмотрим, как у него идет игра на семерке. А, это не ИС-7, это 7 уровень. Блин, ну что, 76 боев, 43%, 413 среднего урона на бульдоге. Ля, какой интересный клан, но я в такой клан не вступал, опасно слишком, название меня пугает. 53, 56, 55, 58, а говорят, в игре слабые игроки, да вы посмотрите, тут все кланы 50% плюс. Господи, как тут сложно найти что-то на самом деле. 46%, ну это не самый плохой, скажем так, процент, то есть я бы хотел 41%, но я думаю, мы найдем. Ну давайте вот 46-48. Ну это в принципе уже более или менее, кстати. Ну посмотрим описание. Приглашаем адекватных людей. Уровень, возраст значения не имеет. Глава будет заходить только вечером. Ну ладно. У них есть парень, у которого 100% побед, кстати. Не один бой. Давайте вступим. Привет, ребята. Вы в курсе, что танк, который сейчас на ивенте, это вообще говно? Не стоит на него заморачиваться. Я сначала думал, танк супер, потом я посмотрел в ютубе о нем. Это вообще картонка галимая. Вот эти ютуберы, а паскуды, блин. Ну ладно, спасли паренька. Где это? Клан полнейшее фуфло. Макосов Дима. Ну, блин. Согласен. Клан полное днище. Ты заслуживаешь большего. Я надеюсь, ты найдешь клан. Кстати, он без клана, он решил, что эти додики мне портят статистику. Я лучше буду в соло катать. Опа. 45. Где этот состав? 45-22. Желаю удачи в рандоме, побед в боях. Ну, такие приятные ребята. Только вперед, только за победами. Абсолютно с вами согласен. Ну давайте, клан, кстати, новый, по идее. Нихрена тут онлайн, блин.
14 человек онлайна. Блин, что за хуйня? Я что-то читаю переписку и вообще ничего не понимаю. Ну, пропустим это знакомство. Мне 13, а главе 15. Ну, мы скорешимся, я вижу, ты норм играешь. Ну, здесь все нормально играют. Внимание, всем, у кого есть скилловые друзья, пусть вступают. Пацаны, если у вас есть скилловые друзья, пускай вступают в клан К1Д5. О названии не думайте, просто вступайте. Так вот, по поводу вступления в клан. От заместителя клана. Скорее качайтесь от заместителя. Как качаться от заместителя или до заместителя? Димон Блэк. ДВ72008 написал, а он такой, БВГДЖЕЗ. Продолжайте, ну, очень интересная игра. Ну, зачем в танки играть, если можно в Wolfheed поиграть? Ангелы Небес. 4536. Первое, это не ругаться матом. И уважительно относиться к другим игрокам клана. Прекрасно просто. Ну-ка, зайдем в чатик. Онлайн 0. Тут девушки есть. Ясно, сработаемся с вами, я так понял. Сам спросил, сам что-то ответил, все нормально. Куда я попал? Куда я попал, пацаны? Чуваки начинают понимать, что происходит в этой игре. Во-первых, куда они попали и что он здесь забыл. Оу-оу-оу-оу, что это за клан такой? Ладно, состав 10 человек всего, но средний процент побед 43-93. Один из со всех... Он еще и закрытый, отправить заявку, чтобы приняли. Ну, камон, ребята. Не, ну такие бойцы, особенно вот этот вот просто... Просто конфета. Любой клан такого. Вирджиния. Вирджиния, 16.09. Еще один просто... Просто киберспортсмен. Нет, ну тот, конечно, получше. Итак, еще один мощный клан. Девиз: воевать за родину мать, сам умри, другого спаси. Не, извините, ребят, я в ваш клан вступать не буду. Блин, ребят, ну что за дела? Ну, 43-59, 47 человек личного состава, и вступить можно только по заявке, то есть это реально какая-то элита танковая собралась. Как они находят эти кланы? Как они... Господи, ну как, блин, мне реально интересно, то есть есть же кланы, которые вот реально парятся, как найти людей в клан. Вот, например, Unique Team, который я вам посоветовал в начале видео, вот, хороший клан, вступите туда. Как они находят, как вот эти вот ребята находят вот таких бойцов, это реально уникальные люди, то есть... Статистов 60% много, то есть там в какого не тыкнет твинка, ты там увидишь 60%. Вот где вы вот таких вот находите, это еще глава клана, походу, да? Вот такого, блин, 6000 боев 42%, 2000 боев, ну почти 3000 боев 41%. Как они находятся, друг? Как, это просто, это, блядь, это магия, это реально... 1370 боев и 40%. И чё, какой хороший ник. Лергфгфгттт2894379УГВОХ. Вот чувак думал такой, как бы мне назвать свой аккаунт. И он такой, а назову-ка я его Лергфгттт2894379УГФВОХ. Вот. Такой, здорово, братан, какой у тебя ник? Давай поехали в возвод. Он такой, конечно, мой ник Леургггфтт2894379УГВОХ. Он такой, сейчас я тебя кину в взвод. Только повтори. Клан для настоящих пожирателей рандома. Нагнем статистов под хвост. Вот так они, этих статистов, блин. Блин. Вот этот вот чувак нагибает статистов. Вот этот чувак уничтожает статистов просто. Ну ладно, 145 боев. Не, ну ребят, серьезно настроены, я, короче, все, пацаны, вот если вы статист, вот если ты конкретно статист, не заходи в рандом, потому что если ты вдруг встретишь ребят из этого клана, тебе жопа, тебе просто капец будет. Я, блин, даже боюсь представить, что он может с тобой сделать в бою. Ну, справедливости ради, как бы, новички здесь на самом деле в основном. Ну, я все равно не понимаю, как вот даже за 682 боя вот так вот играть, я не понимаю. 682 боя, это ты 680 раз сделал одно и то же и не понял, как это делать. Ну, хотя бы начать понимать, как что делать в бою, я не понимаю этого. Ноль дизлайков, кстати. Возможно, человек играл до... Вот, я понимаю, вот хороший клан. Мазохисты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блять, что за девиз? Балырла... Барилларин тырыта сыннан кэби хабит.
Ребят, если здесь из Казахстана, скажите, что это значит, пожалуйста. Так, ребят, ну что, будем заканчивать, наверное, потому что кланы многие закрыты, а найти такие прям уже прожженные кланы сложно. Ну, я думаю, что когда-нибудь, когда я найду базу, себе наберу базу интересных кланов, мы еще выпустим одно видео. Если вам интересно, то ставьте лайк под этим видео. Ну, можете, кстати, в комментарии написать, тоже не помешает. Поэтому всем покедово, до встречи, и Лукас, подписочку и все такое.